Ну, люди, понимаете, дом он как бы вечный, да? Дом он имеет какую-то ценность. А люди, они маленькие. Сотни больше, сотни меньше. Кому они нужны? Ну, вот они идут, так сказать, мимо этого дома. Ну так, я пытаюсь. В действительности так просто и примитивно, конечно, объяснять картины нельзя. Но, тем не менее, вот люди — это мелочь, это все сказки, что человек — это самое великое, что создал природа. Я показываю, что труба значительно важнее водосточная, чем больше. Вот я почтовый ящик бы оценил. Почтовый ящик вообще, туда можно всех положить. Я даже не знаю, в Москве остались почтовые ящики? Да. Можно бросить вот так конверт? Mm-hmm. И его заберут? Должны забрать. Я не бросаю. Дело в том, что вроде как бы вышло это из... моды. Да, из обихода даже. Писать есть, письма. Да, есть практически у всех, даже у моей сестры, есть компьютер, которым она может нажать и сказать, пошел ты к черту, а не делать это через письмо. Нет, иногда надо письмо вот для чего. Тебе присылают договор, на котором пишут, вам положено там 300 тысяч рублей. Распишитесь в получение. Да. И отошлите нам. Тогда я понимаю, что почта — это все-таки вещь. Да. Вот я забыл про это. Самое важное. Самое важное. Мы рассылаем по Москве пригласительные 12 дней по Москве. Ну, по почте это уже. 12 дней. Чтобы человек пришел на открытие выставки, то есть получив пригласительный и придя хотя бы завтра на поезд, 12 дней надо брать по Москве. Ну, уже это как-то... Из Америки 3 дня. Да, собственно говоря, договоры мне привозят курьер. Поэтому я... Договор — это курьер. Это да. Надежный. Но почтовый ящик поважнее здесь будет трубы. Ну, почтовый ящик нужен. Так. 12-й, свеженькая работа, да? Да, свеженькая, да, старая работа. Да. Но это я, как бы, не складывали в одну корзину. Золотое правило Абрама, да. Не складывайте яйца в одну корзину. Золотое правило?